Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте проверим сразу, как меня слышно. Дайте обратную связь, пожалуйста. Посмотрите там, Алексей, что там у нас с обратной связью. Слышно меня? Алло, алло. Похоже, меня не слышно. Так. Похоже, что не слышно меня. Меня слышно или нет? Так, ну вот я чувствую, что у меня тут что-то выключилось. Сейчас, одну минуту. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Вроде должно быть слышно сейчас меня. А, вот теперь я вижу. Так, слышно, да? Громко слишком. Сейчас мы выключим. Сейчас, одну минуточку. А, так. Громче, но трещит. Отлично. Чуть-чуть тише. Хорошо, ладно, попробуем тут тише сделать, насколько это возможно. Так, здесь все ясно. Так, что мы еще можем? Хорошо, буду говорить негромко. Голос скрипит. Ну ладно, будем говорить как есть. Что-то тут не подключается лучше. Сейчас я попробую еще одну настройку сделать. И, наверное, вообще, да? Сейчас слышно меня, нет? А, слышно, только я не вижу, чтобы меня слышно было хорошо. А, хорошо все. Ясно, значит, меня обманывает мой индикатор здесь. Все, начали, дорогие друзья, мы уже тут 4 минуты настраиваемся. Все, спасибо, спасибо, все. Я сейчас выключаю, перехожу на вопросы только. Не буду отвлекаться. Значит, всем сообщаю, что я общий чат выключаю, и я его не буду видеть, буду видеть только вопросы ваши. Это такая вот, ну, как бы договоренность. Теперь у нас сегодня такой специфический, ну как, время идет, мы работаем, поэтому вебинар как вебинар, он специфический, как говорил Райкин, в том смысле, что мы с вами уже почти месяц не встречались в живом эфире, вот, но такова жизнь. Что я бы хотел за этот период, просто вот чего сегодня у меня не было, я сейчас... Пока настраивался, проскочило в моей голове, что мы участвовали в конференции, которая проходила в Минске, в Мариной Горке, значит, и я на чате там кое-что писал по этому поводу, но такая реакция была, что мы еще дорогу не достроили, уже мы говорим о околоземном космическом пространстве.
дорогие друзья, 40 лет назад начали говорить об этом, понимаете? Значит, 30 лет, в 88 году, 31 год даже, была первая конференция по этому поводу, и вторая произошла вот буквально недавно. Это не значит, что мы уже начинаем туда инвестировать и так далее. Нет, но об этом нужно уже начинать разговаривать, ибо чтобы выйти на околоземное пространство, вывести промышленность туда, это очень тяжело, это ну, в разы, это вообще несколько порядков совсем иная работа, чем работа, которую мы сейчас ведем по транспорту нового поколения. Причем, если транспорт нового поколения все ощущают и видят в пробках ежедневно, и все больше и больше видят, то еще, как Анатолий Эдуардович говорит, человечество не пришло к так называемому, ну скажем, интуитивно осознанному и абсолютно ясному пониманию, что мы все ближе и ближе подбегаем к точке или черте невозврата, за которой начнется колоссальный откат цивилизации. И не быть готовым, а начать это делать в той точке, это не совсем правильно. И очень много зависит от... Там были выступающие, один или два, которые говорили, что очень важно, все зависит от критической массы. Поэтому давайте это отложим сейчас. Мы об этом еще поговорим, когда будет время. Об этом, может быть, что-то будет сказано, показано на Экофесте. Но это надо делать уже вчера. Поэтому и состоялась эта конференция. Я очень рад, что там удалось поприсутствовать. Мы пока были как гости. Вот. Но на следующей конференции мы уже будем как участники. Это будет время, может быть, даже будем соучениками, ну, как бы соорганизаторами. Но это время покажет, кто будет и как будет. Можем переводить доли из одного кабинета в другой. Доли из одного кабинета в другой. А зачем их переводить? Они их и нет ни в одном кабинете, ни в другом. Марина, вы думаете, наверное, что доли переводить, значит, доступ к долям. Они как были в Евразии, на Росковисийском холдинге, в реестре, они там так и есть. И у вас есть отображение или доступ к сертификату, даже не к сертификату, а к реестру ваших долей или акций, он в том кабинете, в каком вы находитесь. Если вы в Capital, то в Capital, если вы в Свиге, то в Свиге, если вы РСВ, то у вас в РСВ. Вот. И, значит, поэтому переводить их не имеет смысла. Они где есть, там и есть. И вы можете, значит, если же, ну, вот так вот, по-дружески отнестись к вам, то, или по-хорошему задать вопрос, вы хотите, скорее всего, не переводить доли из кабинета в кабинет, а доступ получить ко всем. У вас, допустим, есть в Свиге, есть у вас Capital, есть у вас в РСВ. Но это дело техники, это не так просто. Я думаю, что, может быть, как-то и можно в реестре, но я думаю так, что до окончания этапности нет, потому что, скажем, платформы получения разные. Вот, когда-то, может быть, это объединится на платформе, на одной платформе, но сегодня это не... Тут есть юридические нюансы, я не буду сейчас даваться подробности. Чтобы опять не сказали, что я что-то про свит говорю нехорошее. Ясно, да? Поэтому, скажем, не все доли, они хотя бы там находятся, но они не в одном, ну, как бы не совсем одинаковом юридическом статусе могут оказаться в какой-то момент. Если он вдруг наступит. Вот, ладно, все, проехали. Так, понятно, да? Так что пойдем, друзья, дальше. И, значит, начнем с токенов. Долгожданное, значит, у нас произошло открытие так называемой блокчейн-платформы. Кто успел, тот успел, или даже я бы не сказал успел. Кто не поленился и сделал это, тот смог вывести по разным там, по техническим причинам. Я сам тоже два дня пыркался, пока я
вывел свои 2000 токенов на, значит, соответствующий кабинет и смог их зарегистрировать на блокчейн-платформе. Вот, значит, там есть целый ряд вопросов, но суть не в этом. И спешить, я же вам хочу сказать, некуда. Ровно как я это говорил и тогда, когда мы в декабре, или когда мы там этот обмен делали, что это все имеет, ну, скажем, не срочности, не имеет такой, что вот это я должен сегодня обязательно сделать, иначе завтра будет поздно. Этот поезд, мне не опоздайте на этот поезд. Кстати, мы вернемся еще и к разговору о том, кто поспешил, кто не поспешил и почему. Ну вот, можно так рассуждать. К этому мы еще придем. Поэтому тут нечего, не надо сильно расстраиваться, кто это еще не успел сделать. Вот. Таким образом, значит, что еще хотелось бы сказать? А ну, давайте начнем смотреть. Мое представление и комментарии. Все, что я буду говорить, дорогие друзья, это мое представление, и я, как и вы, как любой из вас, являюсь и инвестором, и акционером. Я инвестор с октября месяца 2014 года, когда я сделал первую благотворительную инвестицию. И я как таковой, как вложением, это не считал в то время. Впоследствии я прозрел и стал немножко умнее. Я так надеюсь, по крайней мере. Ну вот, теперь смотрите. Значит, что я вам хочу здесь обозначить, прежде чем мы перейдем с вами к вопросам. Видите, я здесь показываю так называемую главную панель. На главной панели есть такая картинка, и которая привела, без, поскольку она сделана без дополнительных комментариев, мне так кажется, нужны были бы кое-какие разъяснения, но в принципе она очень логична, очень простая. Значит, мы ее восприняли, что уже тут мы токены приобрели, мы уже вошли. Почему? Некоторые задают, почему здесь ноль? Видите, 0 долларов. Базовая цена 0,1. Значит, многие считают по-разному, там считают, я сейчас покажу вам, как я считал. Может быть, я ошибся, но думаю, что нет. И это так называемое первое размещение. Говорится о первом размещении. Тогда получается, я задаюсь вопрос, а что же было, а что из себя представляет 2000 токенов? Какое это размещение? И вообще, это первое ли размещение? Я так считаю, что это было нулевое окно. Нулевое окно, когда дали, опробовали, как это пойдет, сколько, расчет вели и так далее. Теперь, с какого фонаря взяли вот это 0,10? Ну, просто взяли 0,10 и все. Пока показали в этом ряду. Будет ли это к моменту, когда будет вот здесь точка отсчета, столько же? Я не знаю. Понимаете? Потому что нет белой бумаги. Я не знаю, как обоснован этот ряд. И его сильно не надо обосновывать, но, по крайней мере, логика должна быть определена, скажем так. Есть путевая карта, к которой мы придем там позже, там мы увидим, да? Есть так называемая путевая карта. Но нет логики описания. Там просто проекты обозначены и временной ряд по годам. Поэтому очень важно себе представлять. И я здесь сильно себе мозги не заморачивал. Но для того, чтобы с вами подискутировать, в хорошем смысле, скажем, в виде монолога, да, ну, я смотря на ваши вопросы, значит, я немножко там позадаю вопросы и прокомментирую. Но еще раз, что я хочу сказать про главную панель и публичный. Это публичное. Это первое размещение уже здесь, как я полагаю, базовая цена. Что до этого будет, никто вам еще не сказал, и мне тоже. Я ничего не знаю. Я знаю только, что было нулевое окно. Может быть, будет еще какое-то первое окно. Может, 31 окно. И мы знаем, что у нас есть период, от, как там, если кто-то внимательно смотрел, до 2020 года, до июня или до июля месяца, по-моему, до июля месяца, когда токены не продаются, мы не можем торговать токены. Будет некий процесс накопления средств. И теперь, когда мы возвращаемся обратно к моим вопросам, давайте сейчас пока забудем про это. Ну, ладно, я уже договорился. Значит, второе размещение.
Здесь обозначено, что первое размещение до 60 миллионов. Второе размещение до 125 миллионов. Какая реальная цена к тому моменту будет? Это здесь обозначен такой ряд. Будет ли здесь 0,10? Может быть, будет другая цена. Здесь базовая цена. Здесь будет тоже, скорее всего, другая цена. Она не таковая. Она здесь так называемая намерительная цена. Базовая, обозначительная, white paper. Она, здесь эти цены все могут сдвинуться. И очень сильно. Уже вот на первом размещении. И кто сказал, что здесь будет первое размещение закончится 60 миллионов? Может быть, это 125 и будет уже первое размещение. А может быть, это будет 20 миллионов? Я не знаю. Все зависит от маркетинга. От того, что написано сейчас здесь, этого мне мало, чтобы очень сильно рваться сюда сейчас размещать что-то, понимаете? Но так, зная, что за этим стоит, выходя в ряд той, скажем, инсайдерской информации, которая у нас у всех есть, плюс еще, ну, скажем, поскольку мы больше крутимся, у нас чуть-чуть больше этой информации, а люди на рынке будут выходить, они будут выходить с тем, что они будут видеть в маркетинговом пакете, что они будут видеть в белой бумаге и так далее. Я, значит, меня выбило почему-то, то ли я громко говорил, то ли энергетика, я не подходит интернету. Выбил из интернета, я сейчас снова зашел, я повторю. Значит, я начал перелистывать листики, так вот, возвращаясь обратно. Где я там остановился? Чат закрыт, хотите задать вопрос, перейди на вкладку «Вопросы». Угу. Так, Москва, Игорь, хорошо, так. Окей, на вопросы, правильно. Значит, смотрите, и поэтому, конечно, и как только мы нажимаем там в этом на сайте или же в кабинете на белая бумага, мы получаем то, что она пока не составлена. Код 404, сбой. Таким образом, перейдем, значит, к логике, которую я тут хотел вам довести. Что такое базовая цена? Это предполагаемая стоимость токена при размещении или в размещении, предлагаемом размещении. Все, ничего не более. Это у меня никаких оснований. Я сегодня просто могу сидеть так, смотреть потолок, прикидывать. Да, ну вот я там приобретал что-то, вот могу как-то сравнивать, понимаете? Теперь второй вопрос. Я еще к этому вернусь. Зачем взят период до июля 2020 года? Я об этом уже говорил, что нужен период, когда будет внутренняя притирка происходить. Мы еще не вышли ни на какие там, ни ICO, ни STO. У нас нету никаких, по крайней мере, я не видел здесь, скажем так, обозначений. ICO можно делать, там большинство финансовых регуляторов разрешают его делать, если его правильно делать, но не СТО, потому что за этим стоит, и мы потом посмотрим, что за этим конкретно стоит и что можно делать. Вот. Что будет происходить в этот период? Вот в этот период будет много что происходить. Мы будем тренироваться, мы будем получать. Мы здесь определенные знания, определенные навыки. И мы будем здесь смотреть, что будет вот здесь, понятно, да? И к чему мы придем со своими 2000 токенами. Где-то там на площадке Ethereum они могут остаться.
Но внутри у нас могут быть и другие некие, некие как бы учетные единицы. Так что все еще может происходить, дорогие друзья. Я так, по крайней мере, предполагаю. Это мое предположение, но не утверждение. Что будет проводиться в этот период? Много что. ICO, STO. Я так думаю, что будет что-то подготовлено. Вот. Этот период на это и нужен. Потому что пока дан только ряд возможных, ну, поля проектов. Если мы будем, и когда мы будем смотреть, вот все эти картинки, вот этот, скажем, roadmap или путевую карту. Третий вопрос. Смотрите, или третий пункт. Как я могу сегодня вести прямой сравнительный расчет своего действия по 2000 токенов? По-разному. Если предположить, что акции были получены по среднему дисконту, он примерно такой и был. Значит, здесь не в учет тот повышенный дисконт, который был в конце 2015 года, а начинаем с 2016 года. И практически разрешение или возможность была тоже не у всех. Это там определенное количество, по-моему, 50, то ли 5 тысяч, то ли, ну вот не буду сейчас утверждать сколько, но определенное количество тысяч человек получили это право сделать вот этот за обмен. Так? И там примерно дисконт был 1 к 300, 1 к 200. Там по-разному можно считать. Тогда 100 тысяч акций обладателю, мне, они обошлись $330, если это было по 300. Если было 4, это бы по 200, то 1 к 200, то тогда вообще за $480. 100 тысяч акций. И это относится к полученным 2000 токенам. То есть они абсолютно адекватно этому равны. Теперь, если 2000 токенов столько-то не обошлись, да, забудем, что одна акция, ее номинальная стоимость доллар, это опять доллар сегодня, завтра $2, послезавтра или через год послезавтра вообще $10 было бы, например, да, мы тестируем, я лично тестировал, я только ради этого взял, чтобы я мог бы что-то говорить. В принципе, я не спешил брать вот эти свои 2000 токенов, я их взял только для теста, не более. Потому что я не видел необходимости их срочно брать. Если это 2000 токенов было, то это, естественно, вот такая стоимость одного токена, или так называемая себестоимость. И тогда, вот если, предположим, на первое размещение мы так пойдем, и мы знаем, что до 2020 года, да, до лета, продавать токены нельзя будет. Мы просто будем сидеть на берегу реки и смотреть, как река течет. Те, кто приобрели токены, вот в этот период, смотрите, извиняюсь, те, кто приобрели токены вот в этот период, понятно, да? И это вот этот, это может произойти до, мы можем оказаться уже здесь, да? И здесь даже базовая цена 0,25, так, 0,25 здесь, да? Теперь посмотрим, что у нас здесь, а у нас здесь уже... Видите, она уже выше, чем вот это все. Понятно. То есть большинство квалифицируется уже нормально. То есть это вполне реально. Я, например, думаю так, что я не сильно промахнулся, что я приобрел эти токены 2000. Потестирую. Это не самый главный бизнес в моей жизни. Вот, это первое. К чему приводит или мое, значит, представление, мои комментарии по этому поводу. И здесь не надо париться или сыпать себе ни пепел, ни песок на свою голову. Тем более, если у вас хорошая прическа. Первое размещение, этот метод я уже сказал, да, вот это такая арифметика. Причем тут тоже интересная арифметика, друзья. Например, взнос на токены 1500, да, мы видим, что 1500, это здесь у нас, стоп, опять я не в ту сторону иду. Значит, 1500, видите, 1500 я взял средний с 10% бонусом, да, кто от 1000 до 1500 проинвестирует, он получит, соответственно, значит, еще 10% бонуса на разницу, одна базовая цена одного токена 0,1, да, и это значит, что 15 тысяч токенов, если предположить, что базовая цена так и будет 1,01, я так предположу, думаю, ну, бог с ним. Но есть еще 10%, заносятся еще токены и всего, значит, получается 16 500, 1500 еще заносит, ну, как бы добавляется. И это соответствует капиталу в $1650 за вклад в
1500. То есть уже есть какой-то навар. Теперь, если я это, понимаете, если я это сделал, вот где-то здесь по времени, допустим, ну, я не знаю, там, вошел первое размещение, так, не стал ждать тут ничего, там разные нюансы могут быть, опять надо белый лист и белую бумагу читать. Вот, ну, например, я не знаю, там, в ноябре месяце или в декабре месяце, да, вот, то все нормально. Я уже получил здесь, вот в этом пространстве, не в этом пространстве, а в этом пространстве я уже в плюсе. А здесь это лежит у меня на полке и ждет 1 июня следующего или 1 июля следующего года. Это тоже будет ждать 1 июля следующего года, понятно, да? Я его не смогу ни здесь продать, ни здесь по времени продать, понятно? То есть в любом случае, если сюда построить сейчас временной ряд, то где-то здесь будет, вот где-то здесь будет 1 июля 2020 года. Чем оно дальше здесь будет, тем лучше, понимаете? То есть уже пройдут несколько размещений, и нам это будет интереснее. Вот сегодня мое представление таково. Будет белая бумага, тогда мы увидим и разберемся. Так? Ага, есть. Можно ли будет переводить доли из одного, я уже сказал, еще составляет базовую цену. Еще составляет. Да просто взяли и рассчитали изначально, понимаете, на размещение. На размещение. То есть базовая цена вот из этой логики вытекает, да, сколько и из того, что на первом размещении есть намерение заработать 60 миллионов, так, чтобы это не сильно дорого было бы, да, вот, и... Ведь смотрится-то то, что здесь входит как бы новый, у него нету пакета там токенов, понимаете? И здесь видно, что токенов ноль, видите, ноль, начинается покупка. То есть все, начинается, смотрите, здесь первый этап нулевой, собрано средств сколько? Ноль. Наши средства там, они не идут в счет, они в другом окне сделаны. Вот, базовая цена 0,1. Вот и все. Отсюда исходит, из этого расчета, чтобы привлечь, чтобы было бы, ну скажем, изюминка в этом деле. А мы свой изюм, свои грозди еще должны тут немножко посмотреть, пождать, как я вам уже говорил. Какова точная эмиссия токенов? Какова точная эмиссия токенов? Все, откуда я знаю? Я просто предполагаю, когда официально стартует продажа, будет объявлено. А какая разница, когда? Будет объявлено. Я не могу, даже не буду предполагать. Может быть, об этом будет сказано на Экофесте, может быть, до Экофеста. Но если вот я как человек, слегка поднаторевший в этой жизни, то я думаю, что это зависит в первую очередь от технического состояния платформы, ее подготовленности, да, от готовности, окончательной готовности. Есть целый ряд еще вещей, которые на платформе здесь не отрабатываются, они должны быть еще отработаны дополнительно, так, вот, какие-то еще расчеты должны быть проведены, может быть, и от этого зависит срок, там, может быть, еще с каких-то соображений, стратегических соображений, абсолютно даже не расчетных, когда это выгоднее всего вывести, там же маркетинговые нюансы тоже есть. Так, не важно, сколько они стоят, важно то, что их можно купить, начиная со сцены. Правильно, да, третий вопрос, правильно. Кузнецов Владимир, когда будет доступ для покупки токенов инвесторам Skyway Capital? Будет известно, сейчас ни у кого нет этих, ни у Skyway, ни у РСВ. Нажмите, значит, на покупите, что вы увидите в РСВ. Ничего не увидите. Ровно как и всем остальным. То есть объявление будет, дорогие друзья, чтобы и второе, чисто организационно, если бы даже сегодня я поимел бы возможность продавать, то это, во-первых, противозаконно. Нельзя продавать, нельзя предлагать токены, даже по внутренним размещениям, в непрозрачную схему. Я должен видеть белую бумагу. Так, то есть инвесторы, которые не попали в акции обмена. Значит, то есть инвесторам, которые не попали в акцию. А,
Ну вот, я думаю так, что, я думаю, здесь будет еще какое-то окно, дорогие друзья. Вот мое мнение. До этого момента, может быть, еще будет. Вот, хороший вопрос, спасибо, кто там, это Кузнецов у нас тут старается вопросы хорошие давать. Понимаете, ведь до этого еще, вот, что еще напрашивается, я так сижу, в потолок поглядываю, еще напрашивается такой нюанс, что может быть еще обратный выкуп тех токенов, которые были. Которые были выданы. Я не исключаю этого. Может быть, еще какой-то обмен акций на токены. Вот на эти токены. И это тоже может быть. О чем Анатолий Эдуардович об этом говорил весной. Понимаете? Он обозначал, что будет. Какие-то категории смогут вернуть и так далее. То есть до этого момента еще какие-то надо будет операции произвести. Может быть, этот расчет тоже показывает, что нельзя еще завтра стартовать. Не знаю. Это мои предположения. Так, значит, Светлана Бедя. Владимир Маркович, сейчас вы сказали взнос на токены 1000 долларов. Это токены. То есть, если еще внесли. Нет, если внести, конечно. Я просто говорю, я рассуждаю. Если я внес бы, например, да? Значит, Светлана, смотрите, это же надо смотреть. Я же здесь что рассуждаю? Мое представление и комментарий. Если бы это было бы, первое размещение может означать следующее. Первое размещение может обозначать следующее. Когда оно вдруг или не вдруг, а объявлено будет, начнется, то, например, взнос, из чего я исхожу? Я исхожу из того, что здесь сегодня написано. Понятно, да? Вот из этого исхожу. Видите, я взял пример по максимуму, ну, чтобы был бы какой-то там дисконт. Я мог и этот пример взять, понимаете? Здесь есть шкала мотивации суммы, да? В два раза больше, если 5000, чем 1500. Вот я взял этот пример, 1500. Все, ничего более. Понятно, да, Светлана? Людмила, хотелось бы знать новости. Какие новости? Новостей на рынке много. Вот здесь новостей много, дорогие друзья. Так, новости только что Алексей Дьяков, спасибо ему за помощь, кто там еще сегодня помогает. Вам всем спасибо. Значит, новости он показывал. Заходите в кабинет, там новостей каждую неделю выше крыши. Пожалуйста. Я не новостная, значит, колонка, это вебинар. Я стараюсь поделиться тем, что я знаю. Иногда даже тем, чего я не знаю, я предполагаю. Поэтому вот таковы дела, друзья. Так, Old Lion. Когда был обмен, то обещалось на официальном уровне, что один токен будет приравниваться к 50 долларов. Но он так и приравнивался, что там говорить, Лайн. Он и был так, выгода не очевидна. То есть 100 долларов стоит свыше от цены токена при обмене. Значит, ну кто вам сказал, ну Лайн, Леон там, или этот самый Лев. Ну, дорогие друзья, ну вот вы, я не знаю, или вы, значит, зациклены, ведь еще никто ничего не сказал. Вот что здесь сказано? И объявлено ли или нет? Здесь дана вероятная возможная схема размещений. И о чем я здесь могу тогда говорить? При обмене потеря получилась существеннее. Какая потеря? Что вы потеряли? Вы как отдали свои, сколько там, сейчас я вам покажу. Вы как отдали тогда свои, значит, или же 330 долларов, или же 480, или за токен столько, и за токен столько. Все, ничего более. Понимаете? И какие 200 получится, на выходе получится 200 долларов. Какие 200 долларов у вас тут получается? И когда вы будете, на каком выходе? Где вы выходите, дорогие друзья? Вы хотите сказать, что здесь уже 20
2020 год и 1 июля, что ли, я сильно сомневаюсь. Какой выход? У вас лежат они там и лежат. Вы смотрите, ага, сегодня не постолько, а завтра они уже постолько, а послезавтра они уже постолько. А продать вы их не можете. А если они будут на выходе вот по такой цене, что вы тогда скажете? Поэтому мы сегодня просто предполагаем, как этот процесс пойдет. И что действительно очень трудно предположить, как он пойдет. Это зависит от того, как будет маркетинг подготовлен. И еще, кстати, вот спасибо за ваш вопрос, он мне еще раз наткнул на то, что от чего зависит, когда начнется? От того, как будет маркетинг подготовлен. Пока он хреново подготовлен. Это мое личное мнение. Вот и все. Поэтому я сижу тут и разглагольствую. Это надо честно признаться. Потому что этого никто никогда еще не делал. Да, привлекли советников, привлекли помощников. Но всяко бывает. Так, что там у нас еще спрашивают? Строительство мира. Так. Будущее так. Благодарю за разъяснение. Спасибо. Вот отлично. Спасибо за обратную связь, Светлана Изяева. Так, Людмила Ягина. Как продвигается строительство Эмиратов? Вы знаете, я не знаю, я не следил за этим, но я знаю, что там идет строительство, там ведется, по крайней мере, Анатолий Эдуардович обещал, вернее, не обещал, а заявил, что там начнет работать полностью наша компания, начнет управлять через консультанта, но наша компания, не с, там, скажем, только наши управляющие, а вообще наши рабочие начнут. А это тоже надо организовать. Это себе дороже там нанимать, вернее, пользоваться услугами тех работников, которых нанимают там подрядная компания, которой пользовались или пользуются сейчас еще там. Работы идут. Следите за новостями, там головная компания очень неплохо подает эти новости. Поэтому я не беру сейчас это комментировать. Это не примарная для меня линия, где я должен быть. Ну вот так вот, с ниточки или, скажем, с первого щелчка, вам говорит, о, там вот это, вот сейчас построили это, не знаю. Но слежу так одним глазом, знаете, как старый я, так приглядываю, что там творится. Смотрю, что шевелится неплохо. Результаты могли быть побольше и лучше. Вот и все, что я могу сказать. Но тут можно по-разному размахивать руками. Так, все понятно. Тогда получается неизвестно, с какой целью. Конечно, нет. Правильно. Супер. Вот вы мне порадовали сегодня. Лайк. Я сегодня очень спокойно лягу спать. Даже лев разобрался. Не даже, а разобрался. И это хорошо, это радует. Потому что я сегодня с одним коллегой, значит, до хрипоты вроде бы. Вот потом он признался, что он специально меня, значит, натравливал. Мы с ним говорили, ну тут же пойми, что это пока прикидка, ничего более. Никто нигде ничего не утверждал. Поэтому еще и нет белой бумаги, white paper. Понятно? Все поняли? Спасибо вам, дорогие друзья, за хорошую обратную связь. Вот, отлично. Пойдем дальше. У нас есть еще что тут по перемолоть сегодня. Так, здесь все понятно. Второе размещение, я уже говорил, я не буду возвращать, мы сегодня не знаем исходные цены токена, хотя базовая 15. Какого числа начнется? Не знаю. Все, идем дальше. То есть я предугадал ваши вопросы. Теперь давайте немножко посмотрим по roadmap или по путевой карте. Она вся на английском языке, но не тушу. Здесь нас, я ее только привел из-за годов, которые здесь обозначены, раз, 19-й, мы сейчас находимся здесь, и это осуществляется сейчас, да. Этого немножко для маркетинга мало. Это такая хиленькая схема путевой карты. Она должна быть вот такая, чтобы выйти. С этим можно выходить, ну лучше вообще не выходить, а обозначать. Это обозначено, чтобы заполнить пространство. Вот мое мнение, извините, мое мнение. С вами делюсь своим мнением. Теперь 2020 год, то же самое. Единственное, что меня здесь зацепило, это SkyWay
всего длительность трасс, которая будет в 2020 году, оценивается в 50 километров. Это будет осуществлена, значит, высокоскоростная, и там определенное количество в Подмосковье, в Подольске, там 5 или 6, 7 километров, 6 километров, по-моему, в экотехнопарк. Здесь не учтены ничего другое, потому что оно еще не зафиксировано документально, да, вот, и значительно больше может быть. Я так думаю, что будет значительно больше. Километров еще на 20, может быть, больше вот этого цифры здесь. Ну ладно, на 15. А может быть и на 20 в 2020 году. Но радует то, что 2020 по 2021 год, да, 2021-2023 год, здесь уже будет, значит, оформлено, в проекте будет находиться 400 километров, и длина уже построенных, скажем, ну, с которых можно уже зарабатывать 125 километров. Это 2021 год. И вот здесь уже, как я и предполагал, я отсюда, опять-таки я, никто иной, просто я делюсь с вами, да, могу предполагать, что прогноз, который я вот для себя в голове отложил, что здесь можно уже каких-то серьезных, ну не серьезных, а более-менее о дивидендах говорить, не из-за 125 километров. И не из-за того, что это будет показываться в другом месте, это будет показываться на платформе, которая начнет работать, да, понимаете? И это будет вот мы здесь где-то будем, может быть, здесь будем, понимаете? Ведь здесь стоит 1 миллиард, 2 миллиарда, 4 миллиарда, понимаете? И это все зависит от маркетинга. А маркетинг где? Маркетинг здесь, вот в этих цифрах. В том числе. И маркетинг в том, в каком коллапсе будет, значит, так называемый мировой трафик. Локально и в целом. То есть по местам, в определенных точках и в целом. А он уже там, где есть. У нас сегодня была связь, приведу просто такой вам, это почти как анекдот. Итальянцы, ну, итальянцы есть итальянцы, они далеко не немцы, в хорошем смысле этого слова, да, вот, и в плохом смысле этого слова. Но, значит, они более-менее выдерживали временные рамки. У них тоже стало ключевым словом, когда они опаздывают, трафик. Я думал, что это присуще только Нигерии. Нет, эта зараза уже и в Европу перебралась. И вот мы сегодня сидели, 25 минут ждали, трафик у них там, понимаете, который обычно люди еще не привыкли перестраивать свое время. Я уже стараюсь вот в Таллине перестраивать свое время, знаю, и то иногда прилетаю в свое. Или не кстати. Значит, смотрите, теперь 2021-2023 год. Я думаю, что здесь будет больше. Это мое представление, здесь будет больше километров уже к тому времени. И это будет тоже где-то уже в два раза, наверное, больше. Так, здесь 24-й столько, 27-й уже 7,5. Так, вот. И фактически, значит, строительство можно оценить вот здесь, да. Строительство будет по 1500 километров в год. По 1500 километров в год. Это значит, что к 31 году, мы находимся в 19-м, то есть за 12 лет будет построено почти 1,5 миллиона километров. Вот где пойдут хорошие дивиденды, дорогие друзья. Понятно, да, на будущее. Вот я себя это вижу, что вот здесь уже можно так. Причем я вас должен обрадовать, дорогие друзья, что если здесь, вот здесь у нас, мы рассчитывались долларами, то мы не знаем, что будет уже здесь. Вот, будут ли это доллары, а акции, токены, они как были акции, как были токены, они будут. Поэтому здесь много, нас ждет очень много интересных изменений. И к этому тоже надо быть готовым. Я не исключаю, что вот здесь
финансовые эксперты это тоже немножко продумывают и тоже прикидывают. Потому что до конца этого года мы будем иметь интересную информацию. Скорее всего, так. Тут еще пошли вопросы. Так. Ну, скажи, сколько лет нам теперь осталось ждать до выплаты? Ну, Евгения, ну сколько, что вы считаете за выплаты? Возможность продавать, вот у вас появится с 2020 года, следующего года. А выплаты, ну, там мне вот, например, сегодня я заодно на него и отвечу. Выплаты. Какие выплаты? Вас вообще как выплата как таковая интересует? Или вас интересует серьезная выплата? Вот в чем вопрос. Если у вас серьезная выплата, то надо немножко подождать. Я же не говорю, что вот здесь. Я говорю, здесь серьезная выплата. Выплаты будут уже здесь. Будут выплаты. Понимаете? Но сколько на одну акцию? Если, например, у вас 10 миллионов акций, а у меня 1 миллион акций. И если по одной тысячной доллара будут дивиденды, 1 тысячная доллара дивиденды на одну акцию, да, то значит, у вас будет 10 раз больше, чем у меня. Вот и все. Но сумма, сама абсолютная сумма будет небольшая. Понимаете, да? Сравнительно. Так что, поэтому очень трудно сказать, сколько это будет, но будут, значит, как вы спросите, так скажите, сколько лет нам теперь осталось ждать, сколько. Причем, знаете, вот до выплаты, определенные выплаты могут здесь быть. Как Анатолий Дарович говорил, но определенные, понимаете, по мере возможности. Они могут и здесь пойти. Если есть категория людей, которые хотят продать свои акции, то есть им деньги нужны обратно, то можно здесь будет где-то продать. После 2000, и даже может быть период до 2000 года. Уже здесь будет накопление, здесь пойдут деньги, с ними можно оперировать. Уже с ними можно оперировать, понимаете? Потому что будут взяты акции в оборот. Так, последний вопрос. В чем тогда разница и преимущество между долями и токенами? Все разработки уже разделили. Последний. А обещали с долей прибыли со всех разработок. Никто разработки лайн. Вот никто, значит, Лев, никто не разделял никакие разработки. Они есть, как были, так и есть. Акции как были, так и есть. Теперь вопрос только в том, что. Одно дело, вы вошли в основную технологию, не забывайте 15 этапов, вы вошли в основную технологию и прошли 15 этапов, закончились, акции перестали вообще выдавать как залоговые документы, Capital, например, и в РСВ, да? Как залоговые документы перестали выдавать, все, они завершили. Теперь все, но уже к этому моменту, может быть, все зависит от того, когда 15 этап закончится. Здесь, может быть, здесь. А может быть, здесь закончится. А по временной шкале, что здесь будет у нас? Я не знаю сегодня. Понимаете, можно предполагать только. Поэтому и токены, и акции, они различные. Ну, как бы у них разные способности, ключи в разные комнаты. Вот в чем вопрос. И поэтому, значит, обещали с долей прибыли. Конечно, с долей или с акции. С акции, скорее всего, обещали прибыль. Она есть прибыль, она и будет прибыль. Это прибыль, даже не прибыль будет, а это будет дивиденды, они называются дивидендами. Это выгода, которую получают акционеры, имеющие акции или доли, как вы их называете. Со всех разработок. И со всех работ будет идти, естественно, так и будет идти. В первую очередь. А токен – это совсем другой момент. Токен, он, как вам сказать, токен, он дает эффект, да, там есть вариант, когда токен может быть выпущен, такой токен через СТО, который будет связан с акциями. Это другая история, я не буду сейчас ваши мозги этим делом заморачивать, я потом немножко скажу об этом, но не более. Поэтому не волнуйтесь, и никто вас не обижает и не... И не этот самый, не объезжает на газе. От токена выплаты или реализации.
От токенов выплат, если это будут, опять, какие токены, понимаете, зачитывать вслух вопрос, на который вы отвечали. Но я зачитываю. От токена выплаты или реализация. А, вы не видите вопроса. Спасибо, Ольга. Последний вопрос. В чем тогда разница и преимущество между долями и токенами? Сейчас объясню. Объяснял расплывчато, еще раз объясню. Акции есть, акции или доли, и они получают, как и было обещано, с них идут, будут дивиденды на них. А токены, если это токены привязаны не с АСТО, я не знаю, какие токены, нет описания токена еще, что за ними стоит. Я сейчас вам покажу, что за ними стоит, и мы к этому еще вернемся. Я сейчас уточню это все, так? А токены выплаты или реализацию. Большая просьба, так, зачитал. Теперь ладно, пойдем дальше. Смотрите. Что написано в договоре при приобретении токенов? Тогда надо посмотреть. Я уже предвидел ваши вопросы. Смотрите. Там четко написано, что 2000 токенов в проектах Skyway. Skyway, значит, токен он так назывался, являющийся по сути инвестицией, финансирующий создание технологического интеллектуального центра Skyway, предоставляющий инвестору, вот, имеющего эти токены, это право на получение доли прибыли от каждого реализованного адресного проекта. Да? То есть это мне говорит о том, что вот эти токены, которые мы были 2000, да, вот они, которые были сделаны вот здесь, в нулевом окне, что это такие токены, которые, значит, будут приравнены к процессу СТО в дальнейшем. И это мне дает основание предполагать, что еще что-то будет. Токен – это единица учета, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса, не более пока, обычный токен, да, в некотором активе. То есть, ну, в некотором, как бы, банке активов, что вот они есть, и за ними, вернее, что за ними что-то стоит. Запись в регистре, распределенная в блокчейн-цепочке. Вот что такое токен. А что за ним стоит, кроме блокчейн-цепочки, должно быть очень четко обозначено. Здесь более-менее четко обозначено, но есть вопросы. Что из этого можно следовать? Как мы определим наши токены? Вот и я задался вопросом. Какие могут быть три типа токенов? Платежные токены. Это как жетоны. Могут, то есть жетоны могут в некоторых случаях только развить необходимую функциональность и стать принятыми в качестве средства оплаты в течение определенного периода времени. Это платежные токены. Наши токены, скорее всего, пока еще не платежные. Такие не выпускались. А может быть, им и такая функция будет. Или сервисные утилити токены. Эти токены представляют владельцам доступ к текущему или к предполагаемому продукту или услуге. Вот наши тянут на это и прямо подходят под токены безопасности, security токены. Это токены с особыми характеристиками, которые обозначают или означают, что они соответствуют определению указанных инвестиций. Таких, как акции или долговые документы. В нашем случае это имеет смысл. Тогда они, естественно, будут соответствовать вот, получению доли прибыли. Эти нет. Понятно, да? Так. Обычно ваши ребята всегда более оптимистично звучат целый месяц. Неужели за это время ничего позитивного не будет? Все, ну слушайте, Людмила, это вы там очень негативная. Я сегодня только о них и говорю, да, правильно, потому что много вопросов было. Я еще к вопросам не подходил, а уже 55 минут говорю. Еще буду сейчас о них. Раньше вы не стесняетесь поделиться новостями. Я новостями вначале поделился, что был на конференции. Других новостей нет. Так, Андрей, здравствуйте, будет ли равна одна инвестиция доли одного? Не знаю, Светлана, если человек умер, доли в капитале и оставил наследство, родственнику зарегистрирован капитал, можно перевести доли в кабинете? Я думаю, что да, как только он оформит свои
нотариальное свои право наследования, это можно будет сделать. Это подается заявка со всеми приложенными документами, нотариальными документами наследования, и в реестре это можно будет перевести. Это не представит большого труда и технически, и юридически. Так, идем дальше. А дальше пустой лист. Так, теперь, дорогие, нет, я еще не прощаюсь с вами, хотя уже час прошел. У меня тут масса, видите, масса вопросов. Вот. Я очень позитивно, ведь смотрите, я здесь тоже очень позитивно, не знаю, значит, не, значит каким-то скучным голосом вам, наверное, говорят. Для меня это дает позитивную схему, друзья. Это очень позитивная схема, во-первых, да. И это дает возможность широкие раздолья для предположения. Но я жду белую бумагу. Ничего не поделаешь. Такой уже вредный человек. Вот. И теперь перейдем к вопросам. Так, Владимир, у вас много однообразных вопросов в потоке, поэтому желаю вам выдержки, мудрости и терпения. Бог с вами и с нами. Но это был вопрос пожелания. Вот такой вопрос. Нам за 100 тысяч акций дали $1000. Получается, за те же 1000 нам продали 2000 токенов. Тем, кто получали, да? 10, получается, что токен нам продали по 0,5. А сейчас кабинет как? Вот я уже на этот вопрос ответил, дорогой друг, который ты мне задавал, или кто вы там задавали. Будет теперь расчет количества токенов, добавить нам еще токенов. Вы знаете, и даже такое, я даже не исключаю, что у меня проскакивала такая мысль, что может быть даже в какой-то момент вот тем, кто здесь входили, смотрите, да, тем, кто вот здесь входили, могут быть какие-то еще дозачисления. Не исключаю. Вполне возможно. Может быть, и это считают, сколько можно здесь еще дозачислить. Вот этот расчет тоже может быть не проведен. Потому что тут же надо очень много алгоритмов просчитать, дорогие друзья. Так что все может быть. Не исключаю. Даже где-то интересно может быть. Я бы хотела поднять вопрос обратного обмена токенов на акции. Возможно, в связи с изменением правила, то ли дальше будет возможность для этого. Так, токенов на акции. А каких токенов, на какие акции, вы не узнали. Поэтому то, что я говорил, что, например, я так думаю, что за счет вот этих токенов, которые здесь будут приобретены, можно будет обменять где-то на акции. Но вопрос-то в том, надо ли будет это обменивать. Потому что я не знаю, какой токен, что в него записано, какой его статус. Помните, да, я здесь вам показывал, какой токен это будет. И что за ним будет стоять? Таких, как акции. Тогда зачем их обменивать? А может быть, и можно будет. То есть за токеном стоит акции. Я, например, могу какие-то акции, статус этих токенов наших изменится. Что-то можно будет обменять. Сегодня не знаю, не могу вам точно сказать. Когда будет доступна белая бумага по криптоактивам? Не знаю. Должна быть уже давно доступна. Она номинально обозначено на сайте в кабинете. Что нам сулят токены в случае приобретения, с чем мы останемся, если это не так подробно. Ну вот, насколько мог, и что, и с чем мы останемся, если от них откажемся. Ну, вас никто не заставляет. Короче, такой каверзный вопрос. Значит, еще раз зачитаю. Что нам сулят токены в случае их приобретения? И с чем мы останемся, если от них откажемся? Подробный анализ. Останетесь при деньгах, которыми, может быть, нечего будет делать. С долларами, например. Или с рублями, там, или еще с чем-то, да? Даже причем более опасно с долларами, наверное, будет остаться, я так думаю, чем с рублями. Вот. И с чем мы останемся? Но или если вы имеете в виду те токены, которые, значит, были, но скорее всего вы задаете вопрос про токены, которые вот здесь у нас будут, да? Ну, я не знаю. Вот это и будет у вас, что я вам объяснял уже. Я надеюсь, в какой-то степени я хоть косвенно на ваш вопрос ответил. Будет ли еще когда-нибудь обмен доли на токены? Не знаю. Может быть, и будет в нулевом или вот в этом окне.
Вот здесь. Уважаемый Владимир Марович, пожалуйста, поделитесь вашим мнением и позицией в отношении приоритетов в настоящее время. А в настоящее время никакой возможности нет. Нет еще возможности приобретать токен. Не открыто это. Этот процесс, он не объявлен. В настоящее время вы всегда очень четко, убедительно излагаете. Ну вот, насколько мог, поразглагольствовал здесь. Думаю, что кому-то от этого была польза. Вот, для размышления. Поэтому еще раз, пожалуйста, поделитесь вашим мнением, позицией в отношении приоритета в настоящее время. Я буду, как только увижу белую бумагу, я тогда могу точно для себя решить и могу поделиться с вами. Пока я не могу решиться. Я вам уже объяснил, что 2000 токенов я приобрел или оформил, скажем так, только лишь для теста. Я бы, если было, значит, просто приобретение по тем условиям, которые были тогда изложены, я бы их не... Меня никто не убедил для того, чтобы я должен был это сделать. Я это сделал для теста. Поэтому не спешите. Никто никого никуда не гнал. Так, Владимир, я... Так, тут длинная там, значит, хвалебная для Свига и Ховратова. Значит, за июнь, что там Ховратова золотил Skyway компанию. Не знаю. То, что заявляет Ховратов в этом самом, ну, может быть, это и так, а может быть, это маркетинговый ход. Я не видел этой цифры. Вот, скажем так, можете задать этот вопрос головной компании и спросите, сколько фонд СВИК перечислил в июньском отчете. Значит, вот. Причем это все... Значит, я не беру сейчас здесь в эфире это комментировать, к сожалению или к счастью. Ваш коллега, почему критикуем? Потому и критикуем, потому что есть очень много, скажем так, мест, которые могут подставить инвесторов, которые это делают. Вот и все. Только вашу защиту, ничего более. Надо подбирать эти вещи, приводить в порядок. Понимаете, что мы в 2016 году делали? Тут и Алексея Суходоева прошлись до сих пор, получают свои реферальные усилия. Да? Ну, в общем, какая там есть дурацкий вопрос, но он не дурацкий, он в какой-то степени правильный. К сожалению, мы вынуждены это делать. Потому что, вы понимаете, значит, я по-разному могу здесь предполагать, как набираются суммы инвестиций. Я не могу сейчас говорить. Я извиняюсь, мой телефон оказался включенным. Значит, поэтому давайте сейчас не будем тут про СВИК больше говорить. Отключат чат во время вебинара, вопросы задавать. Ага. Ну, вы знаете, что сейчас только есть чат вопросов. Так, по чату вопрос один. Больше, более жестко реагировать на троллей и негативщиков. Ну, стараемся. И последний вопрос, значит, прекратить критиковать другие фонды и инвесторов, вместо этого лучше двигаться к одной единой цели. То есть к завершению 15 лет. Да, стараемся это делать, дорогие друзья, конечно. Я не критикую, я просто говорю о слабом месте. У нас тоже есть слабые места, очень много причем. Вот, о них мы тоже иногда говорим. Я более ничего плохого ни про Ховратова, ни про их фонд не говорил. В декабре часть акций, токены, деньги, так сейчас вопрос будет ли. Был еще такой вопрос, но он повторяет уже сказанное, но я его зачитаю. Вопрос. Будут ли дивиденды на обмененные акции? То есть человек имел в виду, что он 100 тысяч акций или доли, он пишет доли, да, он обменял до декабря или в декабре 2018 года, так, и он пишет, что они работали на нашу прибыль. Но это не совсем корректно сказано, но я понимаю, что он за этим имеет в виду, что как бы для человека, которых имел, как бы наличие этих акций должно было работать на прибыль. Если в случае или когда будут выплачивать дивиденды за 2018 год, то все, что продано до 31 декабря, неважно, это было сделано 1 января или 31 декабря, пока таковы правила, да, дивидендов получать не будет. Это, кстати, написано и
в договоре обмена токенов. Если кто его внимательно читал, я это не стал показывать, когда он зачитывал, у меня здесь не было, значит, вот это выдержка из договора. В договоре, да? Вот, поэтому не будет таковы правила. Но бывают случаи компаний, которые иногда предполагают, что кто продал, допустим, во второй половине года, то тем зачисляется определенная пропорция. Но это такие более закрытых компаниях так делается, не в таких публичных, как у нас, и много-много-много-много тысячных компаний. Так, есть ли еще вопросы? Так, медиа имеет в виду обмен, так говорить, так. Ну, это повтор. Так, а к кому обратиться с вопросом, когда мы. А к кому обратиться с вопросом, когда мы сможем увидеть токены SKY, которые мы получили в Свиге в обмен на акции? Это каждый фонд сам решает или головная? Хороший вопрос. Ольга, это все-таки каждый фонд. Если вы в Свиге это делали, то в Свиге надо обращаться. Вы, значит, как вам сказать? Я, например, свои обменял в РСВ. И я пошел в кабинет РСВ, и через этот кабинет я перевел на свой блокчейн-счет. Я это сделал так. Скорее всего, надо все-таки через Свик это делать. Не скорее всего, а надо делать. Не через Capital, потому что я приобретал там. В Capital у меня это ноль, не могу сказать. У меня была возможность обменять только в Свике. Да, ну, была такая возможность в Свике, надо вам. Значит, где-то они у вас там отображены. У меня, например, был счет в... Все равно у вас должен быть отображено и в РСВ, по-моему. Я, к сожалению, не могу вам точно сейчас сказать. Я буду только предполагать. Так, есть еще вопросы? Нет больше, дорогие друзья. Я вас всех благодарю. Вот, желаю всем хорошего лета, позитива больше, внимательности. Не поддавайтесь. Мы вышли только что 2 числа, мы вышли из затмения или прошли затмение. Вот. Не поддавайтесь ни на какие провокации своего личного эго в том числе, которое как маленький сатаненок нашептывает на левом плече нам разные вещи. Всегда трезво взвешивайте, насколько это реально, насколько нет. Не подозревайте в подвохе, но не допускайте, чтобы вас где-то на козе кто-то объехал. Да? Будьте внимательны. Старайтесь разобраться во всем, что мы с вами и делаем, дорогие друзья. Поэтому желаю вам всем доброго здравия, берегите себя, своих близких, строй скорее, спасай планету.